Привет, мы находимся на острове Бали, и сегодня я расскажу, как правильно набирать скорость на лонгборде. Для начала нужно правильно поставить переднюю ногу. Поставьте ведущую ногу перед передней подвеской, так, чтобы прижать ее к земле и комфортно управлять доской. При этом не закрывайте крайние болты подвески и не ставьте ногу на нос, иначе при отталкивании вас может перевесить и вы упадете. Когда вы начнете делать толчки, сохраняйте вес над передней ногой. Если вы будете проваливаться в заднюю ногу, то вы будете раскачиваться и терять равновесие. Если у вас не получается поймать баланс над доской во время толчка, тогда попробуйте отработать это движение на бордюре. Теперь попробуйте проехать на одной ведущей ноге, выполняя плавные повороты. Так вы сможете поворачивать и толкаться одновременно. Если вам неудобно набирать скорость с развернутой передней ногой, держите ее параллельно доске и после набора скорости обратно разверните на 45 градусов, чтобы было удобно делать повороты. В наборе скорости также помогайте себе руками. Во время отталкивания мы делаем синхронные махи руками. При этом задняя рука уходит вперед, а передняя рука уходит назад. Это позволяет нам максимально эффективно набирать скорость и держать баланс над доской. Если вы хотите разогнаться побыстрее, вам нужно делать махи ногой с большей амплитудой. Для этого поднимите ногу выше пояса и ударьте в асфальт со всей силы. С вами был Пичхадзе Артем. Предыдущее видео можете смотреть здесь. Подписывайтесь на наш канал и ходите на бесплатные тренировки от Траектории. Информация на нашем сайте.